Рекордная инфляция в Евросоюзе на 50% определяется резким ростом цен на энергоносители, о чем заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в интервью CBS. Санкции Запада против России стали причиной резкого скачка цен на энергоресурсы в Европе и США. Какая, согласитесь, прелесть. Вроде бы хотели уконтрапупить Москву, но что-то пошло не так. А вот вам другая новость. Китайский автоконцерн в мае-июне 2022 года может выкупить у Рено долю в АвтоВАЗе. В настоящий момент французская контора и правда не может передать просто, так сказать, по-человечески свою долю хотя бы и госкорпорации Ростех, которая является совладельцем АвтоВАЗа, так как в отношении самого Ростеха, дескать, введены санкции. Хотя есть такое ощущение, тем более уже и Макрона снова выбрали, что как раз искусственные ограничения введены ровно против самого Рено. Ведь по итогам 2021 года его выручка поднялась на 6 процентных пунктов до 46 миллиардов евро против 43,5 миллиардов годом ранее. Вклад российского автопроизводителя в выручку французского автоконцерна по итогам 2021 составил чуть менее 3 миллиардов евро, что на 10,5% превышает показатель за 2020 год. Казалось бы, ну кто ж такие перспективные активы-то сдает, ведь АвтоВАЗ в России признанный лидер по продажам. А также вот вроде только-только наладили выпуск различных новых, вполне себе достойных автомобилей. Кое-что называется железо, не отходя от кассы, но европейские ценности, очевидно, мешают. Что ж, любой, как говорится, каприз за ваши деньги. И деньги, надо заметить, ни разу не малые. И это, кстати, при всем при том, что, во-первых, автомобильную отрасль колбасит по всему миру. В тех же Штатах постоянно заводы встают ничуть не хуже, чем в Европе или России из-за нехватки комплектующих. И также цена продажи доли Рено в АвтоВАЗе может и еще больше брякнуться. А явно, когда французы так бегут, что волосы назад, никто тебе рыночную стоимость не заплатит. Особенно если товарищи из страны самых вкусных лягушек не согласятся продолжать поставки машинокомплектов. Правда, чего скрывать, тогда, конечно, завод останется с модельным рядом только из Гранта, Нива и Веста. Но, слава богу, есть наши китайские друзья, которые давно положили глаз на местный рынок и теперь просто балдеют, как им по всем фронтам счастье привалило. Подробности через пару секунд. Продукцию Apple в России теперь купить намного сложнее, да и цены огромнейшие. Обычные AirPods стоят от 14 тысяч рублей. Хорошо, что у нас есть альтернатива – тюменские беспроводные наушники CGPods. Круче Apple, а стоят в 3-4 раза дешевле – всего 5 тысяч рублей. Ходят слухи, что CGPods на самом деле китайские с тюменской наклейкой. И точно такие же можно купить на Алиэкспрессе подешевле, но спешим вас расстроить. На Алиэкспрессе жалкие подделки под CGPods. Возьмите, разберите и сами сравните китайские якобы CGPods с оригинальными тюменскими наушниками. Внешне похожи, а внутри совершенно разные. И кто-то сразу скажет, на упаковке CGPods написано «Made in China», но это легко объяснить. Американские Apple и корейские Samsung тоже собираются в Китае. Вот открытие. Да, сейчас все собирается в Китае. Важно, что CGPods собираются под строгим контролем тюменских специалистов. У CGPods Air 2 гарнитура ровно такая же, как у яблочек. Их микрофоны с одного и того же завода Apple. Голос передается просто кайфово. Цена CGPods, повторим, всего 5000 рублей, в 4 раза дешевле, чем яблоки, хотя по функциям тюменские наушники заметно превзошли AirPods. У тюменских CGPods есть влагозащита, в наушниках можно принимать душ, гулять под дождем и нырять в бассейне, у AirPods влагозащиты нет. Кейс CGPods 5.0 выдерживает 220 кило и сделан из профессионального авиационного алюминия. Из такого же металла делают Боинги. А яблочный кейс из хлипкого беспонтового пластика с выносливостью всего-то 80 кило. CGPods Lite точь-в-точь коробочка от дорогой ювелирки. Девушка будет в восторге. Если вам нужны качественные, классные и при этом недорогие наушники, рекомендуем тюменские CGPods.
Energy Pods. Звук достойный, цена всего 5000 рублей. А по моему личному промокоду скидка 200 рублей. Оставил код в описании под видео. Ссылка на официальный сайт тюменских Energy Pods там же. Да, как говорится, и рыбку съесть, и на Харлее, пардон, на Рено покататься у наших западных партнеров и их бизнесменов явно не получается. Так, например, Foreign Policy, источник весьма себе солидный и уважаемый, сообщил, доходы России от экспорта нефти, а от себя добавим и газа, в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы. Прямо уже не ясно, против кого все-таки-то санкции вводили, против Москвы или Берлина с Парижем. Но факт остается фактом. Огромный российский автомобильный рынок сейчас французы с треском потеряют. И действительно, где там эти самые рубли, без которых скоро у Кремля вообще ничего не купишь, а где прекрасная американская 245-летняя демократия, которую единственное на хлеб не намажешь, в сейф не положишь и даже, честно сказать, в стакан не нальешь. А между тем, сделка с Китаем открывает российскому автопрому доступ к китайскому рынку компонентов и материалов, что в условиях санкций является крайне важным для сохранения вообще российского автопрома. К тому же, приход на самый известный отечественный автозавод китайского концерна – наиболее оптимальный вариант и для самого предприятия, и для россиян. Китайские производители имеют современную базу, чтобы производить автомобили с электронными комплектующими, которых лишился АвтоВАЗ из-за санкций Запада. А сами китайцы смогут сократить издержки и выпускать машины на российском рынке по сравнительно более низким ценам, чем при поставке их из Поднебесной. Хотя многие эксперты склоняются к одной мысли. Рено с точки зрения бизнеса очень не хотел бы уходить из страны без пармезана. И сейчас будет делать все, чтобы вроде как уйти, но тут же вернуться, как только так сразу, ибо российский автомобильный рынок после кризиса станет еще более перспективным, чем был. Одно «но». Все это сложно понять нашим западным партнерам, которые столько навставляли палок своему бизнесу, что не каждый из этого списка доживет до конца 2022 года. И вот, пожалуйста, что и требовалось доказать. Только-только этот текст уходил в монтаж, как выяснилось, французское Рено решило передать свою 68-процентную долю в АвтоВАЗе российской стороне с возможностью ее обратного выкупа в течение 5-6 лет, заявил глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров. По его словам, речь не идет о национализации, но это будет сделка за рубль. То есть кто-то все-таки понял, что может потерять и Рено, и Франция, и решил не выеживаться. Так что это точно не конец истории.